С помощью удобрений от компании Organic Mix можно решать очень много проблем в развитии растений. Можно увеличивать урожайность, можно стимулировать иммунитет растения. Но вот у удобрений компании Organic Mix есть еще одно очень важное качество, о котором вот я сейчас хочу рассказать. Если на тех же томатах вы применяете вот это удобрение, вот о чем я, собственно, и говорил, вы увеличиваете урожайность, вы улучшаете вкусовые качества, но вы должны знать, что одновременно вы увеличиваете питательную ценность урожая. В урожае увеличивается протеиновая, белковая составляющая. Это очень хорошо. И в урожае увеличивается содержание биологически активных веществ, различных витаминов. И в тех же томатах одно из наиболее ценных веществ – это каротиноид, который называется ликопин. Собственно, ликопин – это вещество, это очень сильный антиоксидант. Более того, самый сильный антиоксидант – каротиноид, который можно обнаружить в крови человека. Он защищает от свободных радикалов вплоть до онкологических проблем. И чем больше ликопина в томатах, тем они более полезны, особенно для людей пожилого возраста, особенно для людей, которые проживают в зонах с экологически неблагополучных. Ну и вот ликопин. Ликопин – это такое вещество, селекцию на которое вести очень сложно. То есть есть сорта с повышенным содержанием ликопина, но большинство, в общем-то, этого очень важного элемента имеют недостаточное количество. Но если вы примените вот это же самое удобрение от компании Organic Mix для томатов, вы содержание вот этого самого антиоксиданта, каротиноида, ликопина увеличите. Вы сможете увидеть это даже воочию. Возьмите контрольный помидор, который не будете подкармливать этим удобрением, и посмотрите, насколько яркие плоды получатся на тех растениях, которые вот этим удобрением вы подкормили. Ну и если добавить, что это удобрение чрезвычайно просто в применении при посадке или после посадки через какое-то время внесли в почву, то, в общем-то, это удобрение, конечно же, делается выдающимся. Но вот еще раз я хочу вот эту вот мысль напомнить. Вот это удобрение не просто увеличивает урожай, оно увеличивает качество урожая. Причем, в принципе, оно делает плоды, которые вы выращиваете на этом удобрении, более полезными, но ценнее, чем ваше здоровье, здоровье ваших родных, близких, наверное, в мире нет ничего. И вот это помогает вам вот эту бесконечную ценность получить.